На предприятии «Лукойл Уралнефтепродукт» подвели итоги конкурса «Лучший по профессии». Более 50 работников из 11 субъектов Приволжского и Уральского федеральных округов собрались в Уфе, чтобы проверить свои профессиональные качества и побороться за звание лучшего специалиста. Каждый из них прошел отбор в своем регионе. Соревнование проходило в 6 номинациях. Хочется отметить тот факт, что уровень профессиональной компетенции наших работников повышается от конкурса к конкурсу. Повышается уровень сложности самих заданий. Наши участники демонстрируют новые формы совершенствования профессии и осознают тот факт, что площадка конкурса является новыми точками их профессионального роста. Одна из номинаций конкурса – оператор заправочных станций, контролирующий дозы отпуска топливораздаточной колонки. Данная специальность требует высокого профессионализма, знания эксплуатации АЗС, правил по охране труда и пожарной безопасности. Чтобы проверить колонку, оператору необходимо как минимум 40 минут. На «Лукойле» уделяют особое внимание, чтобы бензин и дизельное топливо соответствовали всем стандартам и нормативам. Здесь не допускают недолива нефтепродуктов. Это, в общем-то, целая наука. Здесь нужно учитывать и влияние температуры окружающей среды, и температуры топлива, которое в резервуаре. Поэтому очень много нюансов. Такие конкурсы оказывают благотворное влияние на нас, операторов, на качество оказываемых услуг. Дают нам возможность профессионально показать свои навыки, оценить свои навыки, стремиться к лучшему. В конкурсе я первый раз принимаю участие. Огромное море впечатлений положительных, очень много новых знакомств с коллегами, постоянный обмен опыта. Также продемонстрировали свои навыки и поборолись за звание лучших операторы заправочных станций, которые работают в торговом зале, товарные операторы, наполнители баллонов, лаборанты химического анализа и менеджеры АЗС. Сегодня в этом конкурсе участвуют представители основных базовых профессий, которые составляют костяк нашего коллектива. Именно на плечах представителей ваших специальностей держится наше общество, держится все бытовое разделение нашей компании. Победители конкурса «Лучший по профессии» «Лукойл Уралнефтепродукт» отправятся на финал, который пройдет с 23 по 26 августа в Москве на базе «Лукойл Центр Нефтепродукт».